самая улица. Следующий день. Суббота. Да? Суббота? Суббота в Вене. Ух, какая тяжелая камера, охренеть. И мы движемся в Шербурнский замок. Идем до метро. Там проезжаем несколько станций буквально. Это как раз наша ветка. Доезжаем, там гуляем, смотрим, что как. И в 3 часа движемся на концерт органной музыки в собор Святого Петра, правильно? Замок Шонбрн. Буквально в 5 минутах. Где-то вот там. Ветер, конечно, вообще жесть. И 10 градусов, ну, совсем не тепло. Мы что-то по лайту вообще одеты. Короче, в сам замок мы не пойдем. Вот. Но пойдем погуляем по парку. Ну, во-первых, вот он. Шонбрнский замок. Шонбрн. Все никак не могу выговорить. Ребят, короче, нужно пройти вот туда, справа или влево, и там за ним офигенный огромный парк, в котором мы планируем сейчас потусить, погулять. Короче, вход стоит, по-моему, 12 евро. Сейчас подойдем, посмотрим, и будет все ясно. Там в зависимости от комнат же говорили. Да, там в зависимости от комнат, но вот видите вот эту вообще махину? Я не думаю, что нужно по-любому брать все комнаты. Ну, смотрите. 8,80. Угу. Короче, в детский музей вход стоит 8,80. Да, вот вышли в дворик за замком. Тут куча всяких статуй. Мария Тереза, 300 лет. Рачеджин Мутер Реформерин. Какая-то там реформа матерей. Ну вот она. Какая красота. И уточки. Уточки. А-а-а, какие уточки клевые. Кряковые. Ща. Итак, мы поднялись наверх, и пошел дождь. Вот она, Вена. Вот он, вид сверху. Смотрите, попали на блошиный рынок. Вот, там чуть дальше обычный рынок, а вот здесь вот просто продают всякие различные безделушки и прочую штуку. Но нам не сюда. Вот, нам идти дальше. Практика. Сегодня, ну, вот такие, смотрите, тут всякие штуки есть. О. Людей, конечно, сегодня суббота, просто жесть. Мы на 20 минут опаздываем, так что вполне возможно, что и не послушаем ничего. А может, и успеем. Смотрите и слушайте. Thank you.
смертью. Ребят, Джулиус Майнл. Пойдем на этот, по лестнице, на этот лакшери. Смотрите, какая лестница вообще на второй этаж. Сейчас поднимемся на второй этаж и увидите просто выбор мяса. И вообще выбор продуктов. Просто очень интересно на самом деле показать. Я еще в прошлый раз был, смотрел, но забыл достать камеру и заснять. Вот просто смотрите, сыры. Сыры. Но. Самое интересное — это мясо. Просто вот. Просто куски такие, шматы мяса. Любое мясо, которое нужно. Вот что хотел показать. Вот, смотрите, вообще, какие размеры мяса. Где-то здесь еще должна быть остальное все. Колбасы. Готовые салаты. И рыба. Вот, просто смотрите. Вот так должен быть. Такой должен быть выбор. Соусы какие-то. Запещеночка. Сыры. Сыров очень много. И такой вообще запах просто. Запах сыра. Вот еще вот здесь продолжение есть. Вот оно. Все, что вообще все, что нужно. И там еще есть в других местах. Ребят, лайфхак. Короче, на первом этаже есть кофейня. Спасибо. На первом этаже есть кофейня, но вот есть точно такая же кофейня на втором. То есть вы можете зайти на второй и спокойно попить кофе здесь. На первом постоянно очереди. Вот, смотрите, идем дальше. В общем, смотрите, это Джулиус, продолжение. Вот здесь вот кофе. Потому что шоколад какой-то более резкий, типа чистый Джулиусовский. Сейчас выберем. Вот, смотрите. Надо выбрать что-то. Бинс. Ребят, ну теперь наконец-то на ширик, чтобы все вылазило. Вот он, собор Святого Стефана. Еще раз. Сейчас еще зайдем внутрь и посмотрим. Вот, так он у меня желтый такой получился, потому что цвета не те сейчас. В общем, так, тут еще обычно ребятки ходят, предлагают билеты на всякие концерты. Еще раз могу повторить, не ведитесь, не берите. Можно вполне все это купить самим. Если это опера, зайдите в оперу и купите билеты сами, либо на сайте. Если это концерт, ну, то же самое. Вот, смотрите. Вот это собор Святого Стефана. Или Стефана. Вот он. Вот туда можно бесплатно сходить. Столько людей. Когда мы были в прошлый раз зимой, людей было намного меньше. Вот, смотрите, вот так вот еще. Тут, кстати, тоже, по-моему, свечки обычные, настоящие.
не фейк. Пойдем. Можем сюда вот пройти. Тут, в принципе, бесплатная зона. И вот здесь вот справа можно купить билеты на башню. И вот сюда внутрь тоже.